Всем привет. Почему-то был я уверен, что люди, которые покупают Toyota Prius, они к этому подходят долго, сознательно и много чего сначала изучают по этой машине, а потом только покупают. Но я так думал до сегодняшнего дня, пока не увидел свою соседку на таком же Toyota Prius 30-м кузове. Вот она купила и, как оказалось, вообще не знает, как пользоваться кнопочками. Ну, понятно, ей показали вот там рычажок, как им пользоваться, а как что включается на вот в этом вот, вот в этой куче кнопок, ей никто не объяснял. Ну, как бы пришлось полчаса уделить. Все-таки молодой приусовод появился у нас на райончике, еще один. Вот, пришлось все рассказать. Вот, что меня сподвигло. Думаю, надо, наверное, все-таки снять небольшую инструкцию. А то и несколько инструкций, как, что делать в приусе вообще. Начнем с простейшего. То есть мы садимся, если бесключевой доступ, открываем машину, садимся, кнопочка запуска, нажимаем педаль тормоза и нажимаем кнопку запуска. У нас запускается двигатель. При этом двигатель как таковой, он не запускается, загорается просто лампочка Ready. Вот эта вот надпись, вот она, Ready. То есть все, машина готова. И если мы сейчас там надавим на педальку газа, у нас заработает бензиновый двигатель, мы можем нажать на тормоз и включать передачи, ну и так далее. Отсюда начинаем с первого, самое основное, как пользоваться рычажком вот этим. То есть мы нажимаем на тормоз, у нас задняя передача, рычажок раз, и все, передача включена. Драйв сюда вниз, то есть раз, и сюда вот это драйв, все, мы драйв включили. Если нам нужно принудительно поставить ее на нейтралочку, то есть мы ставим, вот у нас отмечено, какая передача. У нас сейчас драйв стоит. Вот. Мы можем поставить вот так нейтралочку, включить ее. Как это делается? То есть мы нажимаем и держим. Включается нейтральная передача. Как поставить машину на паркинг? Кнопочка отдельная. Мы, люди привыкают, что на автомате нужно дергать этот рычаг. Кнопочка паркинг. Все, машина на паркинге. Мы тормоз отпускаем. Все прекрасно, все замечательно. Для чего вот эти вот кнопочки? На американцах нету вот этой EV кнопки. Эти две есть. Значит, режим — это EV, это режим, как, чтобы двигаться на чисто на электротяге, пока не сядет аккумулятор, либо пока вы не разгонитесь до определенной скорости. То есть в определенных режимах там она тоже варьируется. 32 км в час или до 50 можно разогнаться. Вот, больше там 50 км в час в режиме EV, там 52, по-моему, набирает, и все, и переключается в обычный режим. Он этот режим отключается. Эко-режим, ну, понятно по названию, мы его нажимаем, у нас загорается лампочка эко, вот она моргает, сейчас приближу, покажу. Вот она, эко. Наведем резкость. То есть можем включить, выключить. Рядом кнопочка Power, то есть PWR мода. Мы его нажимаем тоже, загорается она, то есть включается режим Power полной мощности. То есть машина держит обороты чуть повыше, едет чуть порезвее, понятно при этом, что расход будет больше. Вот. По основным кнопкам пробежаться сразу, то есть регулировка температуры на кондиционере, выключить кондиционер в автоматическом режиме. То есть когда мы нажимаем на авто, у нас кондиционер включается. То есть температура. Это сейчас просто аккумулятор уже подразрядился, завелся бензиновый двигатель. То есть температуру мы выставили, какая нам требуется. И он будет охлаждать без кондиционера. То есть если нажат еще кондиционер, будет с кондиционером. Режим авто. Режим авто выключится, как только вы начнете регулировать что-то сами вручную. То есть, если мы начнем, ой, я не хочу, чтобы мне в лицо дул воздух, я хочу, чтобы воздух дул там в ноги. Все, режим авто отключился.
вы уже начинаете вручную его регулировать. Для чего? Переходим к кнопочкам моды, то есть регулировка потока воздуха. Она поочередно по кругу меняет направление потока воздуха. В ноги и стекло лобовое, в лицо и ноги. Только в ноги, ну и по кругу. А вентилятор сильнее дуть или слабее дуть. Эта кнопочка, если мы на нее нажимаем, переходит в режим лобового стекла, то есть начинает дуть только на лобовое стекло, без ног, ничего. Все равно включится кондиционер при этом. То есть, если даже он выключен, да, мы включаем, он сам включается. Потому что для того, чтобы отпотело лобовое стекло, нужен сухой воздух. Не то чтобы холодный, но сухой. И неважно, какую температуру мы выставим, даже если мы максимальную температуру поставим, все равно кондиционер включится при включении этой кнопочки. Почему? Для того, чтобы был сухой воздух. Теперь выставляем температуру пониже. Вот. Эта кнопочка для того, чтобы выключаем обдув лобового стекла, переходит в режим стекло и ноги, да, как у нас он стоял до этого. Только лобовое включаем, он чисто в лобовое. Еще раз нажали, перешел в предыдущий режим. Кнопочка вот эта вот, Rear, это обогрев заднего стекла, то есть чтобы заднее стекло обогревалось, и боковых зеркал, чтобы они там, ну если они покрыты там корочкой льда, то они отогреваются. Это выключаем, то есть мы температуру выставили, я рекомендую, вот авто нажал, все. Вам холодно, добавьте температуру. Вам жарко, убавьте температуру. Все, машина остальное сделает сама. Единственное, что нужно выбрать, это будет с кондиционером или без кондиционера. Вот. Это основное, что требуется. На руле куча кнопочек. А основные кнопки регулировки, то есть бывает вот этих кнопочек тоже нету, это с громкой связью. Ну, по основным сейчас проходим. Добавить громкость музыки, то есть чтобы музыка добавляется, убавляется громкость. Поменять либо трек, то есть если это диск включен, или там жесткий диск включен, там флешка включена, у кого что. Радио, следующий канал радио, то есть или предыдущий канал радио. Моды меняет режимы, вот, которые указаны, то есть AM, FM, CD, жесткий диск, Bluetooth, AUX. То есть если мы на нее, на моды нажимаем, что здесь, если мы будем переключать вот этими кнопочками, то есть что нам надо, FM, CD, жесткий диск или AUX, что можно поочередно кнопочкой моды, то есть вот Bluetooth включен, AUX включен, AM радио, FM радио, это я все нажимаю одну и ту же кнопочку. Вот. Или CD включен. Еще раз. То есть она переходит на жесткий диск или на Bluetooth. И так по кругу. На хороших, богатых комплектациях на панели загорается. Вот стоит только коснуться кнопочки вот этой. Загорается вот так. На место спидометра. Ну, вернее, на фоне спидометра. Вот такие. Это обозначение ровно тех же самых кнопок. Вот я касаюсь моды, да? Или я касаюсь громкости. Вот я нажимаю на громкость, добавляю звук. Вот я убавляю. То есть она, это для того, чтобы вы не отвлекались, сделано, чтобы вы не отвлекались на руль, а смотрели прямо, ну, взгляд кинули, какую кнопку вы нажимаете. Теперь по вот этим вот кнопочкам Trip. Trip меняет показания, которые на панели в нижней строчке. Я сейчас буду нажимать на Trip, опять же, я вот, ну здесь не надо будет на руль камеру переводить, здесь видно, что я нажимаю. Я нажимаю Trip. Вот сейчас написан пробег Trip A, когда сбрасывался. Вот сейчас написан пробег Trip B, когда сбрасывался. Теперь еще раз нажали, сколько у нас осталось до заправки.
полностью выключена. И еще раз, если мы нажимаем, у нас будет показываться, какой пробег сейчас полностью у машины. Теперь переходим к кнопочке дисплей. Переключает верхнюю часть экрана. Первое, это у нас расход за последние 5 минут, за последние, потом предыдущие 5 минут, это уже 10 минут, 20 минут и 30 минут. То есть это когда едете, у вас за последние 5 минут можно посмотреть, какой был расход. Еще раз нажимаем. Это у нас за последние сбросы, вот трип А, трип Б, когда мы сбрасываем, сколько проехали и при каком расходе. Сейчас попробую резкость навести, чтобы получше было. То есть, в принципе, показывает на вот 172 километра, трип А я сбрасывал, жена, вернее, сбрасывала, вот 172 километра проехали при расходе 5 литров. Предыдущие 585 километров пройдены при расходе чуть больше 5 литров. И 288 километров предыдущие еще были пройдены еще больше, там уже литров, наверное, 6-7 был расход. Ну, аккумулятор другой стоял, высоковольтная батарея, вернее. Еще раз нажимаем на дисплей, на кнопочку дисп, вернее, показывает, ну, в моей комплектации указывает, кто из задних пассажиров пристегнут. Пока горят три точки, никто не пристегнут. Если мы сейчас пристегнем сзади любой ремень, одна из точек погаснет. Я сейчас попробую камеру оставить вот так. То есть я сейчас беру ремень, я его пристегиваю, одна точка погасла. Я беру второй ремень. Я его пристегиваю, гаснет вторая точка. Ну, вот. Я отстегиваю, точка загорелась. При этом есть такой нюанс, если во время движения один из задних пассажиров отстегнется. Вот мы сейчас стоим, ничего не произойдет. Но если бы мы сейчас двигались, начало бы пикать так, как будто ремень не пристегнут. То есть сообщает, что у вас там, ну, допустим, ребенок сам отстегнулся. Дальше. Еще раз нажимаем на кнопочку дисп. Переходим. Это режим настроек. Ну, это я отдельный ролик сниму, наверное, более подробно. И режим, где показывается поток энергии. То есть вот у нас нарисован слева направо. Сначала у нас нарисован обычный двигатель, электродвигатель и аккумулятор. Ну и, соответственно, как машина себя ведет в данный момент, будет показано. Еще раз нажимаем. Переходим в режим, то есть где индикация гибридной системы, да? То есть батарейка, насколько она заряжена, и вот эта шкала, если мы во время движения, в других роликах можете посмотреть, я в движении снимал, то есть она показывает, насколько мы надавили на педаль газа и что у нас происходит. То есть идет зарядка аккумулятора, либо идет расход бензина. То есть, в принципе, это описал. По панели приборов, значит, вот это вот показывается на панели приборов, какая передача включена. То есть если мы включаем, нажимаем на тормоз, включаем заднюю передачу, вот она, задняя передача, включаем драйв. Многих возникает вопрос, что включает вот эта буковка B. То есть если сделать не вот так драйв, да, а вот так раз и просто B включить. Вот эта буковка B, она предусмотрена для того, чтобы... Сейчас, паркинг. Вот, она предусмотрена, значит, для того, чтобы... Ну, допустим, вы когда спускаетесь с перевала, да, на больших спусках, вы включаете в режим B, она будет тормозить больше двигателем, больше батарейкой, больше будет заряжать эту батарейку, причем, ну, усиленно. Ну, и торможение двигателем, скажем так, но это никак не пониженная передача. То есть нету такого, что раз я B включил, я там в гору поеду, у меня пониженная передача. Нет, она больше предусмотрена для того, чтобы, ну, больше заряжать батарейку, когда вы едете с горки. Вот что еще, поехали. Ну, километраж понятно, то есть скорость, вернее, сколько километров в час вы едете. И левее, самая левая вот эта вот шкала, вот эта вот,
это топливный бак, то есть насколько он заполнен. Если шкала полная, ну, соответственно, полный бак. Половина, либо пустой бак. Что еще? Справа от скорости шкала — это расход топлива, то есть во время движения показывает, какой расход у вас ежесекундный. То есть прям вот, если вы будете ехать, вот, допустим, у вас будет на шкале там под пятерочку, ну, примерно 5 литров будет расходовать. Вы надавливаете на педальку газа, у вас расход сразу увеличивается, ну, и так далее. Вот, в принципе, что перейти вот сюда можно, значит, кнопочки, ну, у кого такая комплектация есть. HUD, если мы ее включаем, у нас, я сейчас попробую, не знаю, в камеру будет видно или не будет, вот здесь вот, ну, я вижу, а как сделать так, чтобы на камеру было видно? В стекле начинает отражаться, вот там специальный экранчик, на нем загорается скорость. То есть мы нажимаем, у нас на стекле начинает отображаться скорость движения. Еще раз нажимаем, начинает скорость уменьшается в размерах, и появляется вот точно такая же шкала по экономайзер, так ее назовем. Нави, если присутствует навигация и она включена, включен маршрут, будет появляться на лобовом стекле стрелочка, там поверните направо, поверните налево, помимо того, что она это произносит. Стрелочки вверх-вниз регулируют эту же самую картинку. Я вот сейчас попробую вот на камере, блин, хоть убей, но не видно. То есть на камере вот сейчас появляется заметно еле-еле циферка 0. Вот ее сейчас видно. Если я сейчас регулирую выше-ниже, вот он 0 появился. Вот я его двигаю, не знаю, заметно вам или нет, но по идее мне в камеру видно. Вот он 0. Вот я его выше или ниже могу подвинуть, его становится видно. Ну, то есть под свой рост можно отрегулировать. Плюс следующая кнопочка, я сейчас вот попробую яркости добавить на этот 0. Значит, вот я 0 уменьшил, появилась шкала. Вот 0. Опять 0 уменьшил, появилась шкала. Это я нажимаю на вот верхнюю кнопку. Это яркость этого обозначения на лобовом стекле. Это выше-ниже. Это регулировка часов. Врать не буду, я столкнулся с этим, когда менял аккумулятор обычный, сбросились часы. Как водитель, вот так вот сидишь, смотришь. Ну, про эти кнопки знаю, все нормально, все хорошо. Вот я сидел, и я сижу, ковыряюсь в меню в магнитофоне, искал, где же отрегулировать часы. Честно. Вплоть до того, что полез в YouTube, как отрегулировать часы, ну, выставить часы на панели приборов на Toyota Prius. Хотя, ну, только потому, что у меня получается, что рулем перекрыты эти кнопки, я на них не увидел. Часы регулируются элементарно. То есть, если нам нужно выставить, добавить, они только, эти кнопки добавляют часы, минуты и обнуляют, то есть, до ровных часов. Соответственно, опять же, яркость панели приборов, то есть вот этих там кнопок, регулируется вот этой вот кнопочкой. Если включена подсветка вот так, то этой кнопкой можно менять яркость. Вот она меняется. Ну, сделано для чего? Для того, чтобы если вы, вам днем нужно добавить яркость, но ехать с ближним светом фар, ну, вы, соответственно, можете взять себе поярче сделать. Если мы нажмем на 0, у нас часы выставятся до следующего часа, ну, то есть ровно, то есть с 30 тех же 8 минут обнуляться. Ну, давайте я потом их выставлю, сейчас покажу. То есть вот я нажимаю, оп, следующий час, ровно 20 часов. Вот мы выставляем время. У нас сейчас 19:35, то есть мы поочередно, нажимая на кнопочку часов, выставляем сначала 19, потом нажимаем на минуту. Можно нажать и подержать, в принципе. Они начинают, ну, самостоятельно, чтобы 35 раз на нее не нажимать.
нажали и держим. Ну, я рекомендую, допустим, нам нужно 35, вот на 32, на 33 отпустить и уже более точно выставить. Все, выставили время. Вот, в принципе, по кнопкам. Ну, понятно, кнопка аварийки, я думаю, рассказывать не надо, что это включает аварийную сигнализацию. А по кнопочке вот этой вот, вот тут под рулем, машинка нарисована и паркинг. Эта кнопочка включает режим автоматической парковки, когда машина сама подруливает, вы только педалью газа и тормоза, ну, ускоряетесь или притормаживаете, она заруливает на парковку. Откровенно скажу, на Toyota это организовано очень сложно, когда нужно на экранчике, но это отдельно я сниму ролик, как это действует. Ну, по этим дворникам понятно, да, то есть чтобы дворники однократно сработали, нужно вверх, один раз они срабатывают, это они включаются в автоматическом режиме. Дальше, соответственно, первая скорость, вторая скорость, быстро работают дворники. Это в автоматическом режиме регулирует паузу. То есть, ну, не столько паузу, сколько чувствительность датчика дождя. У людей, у которых нету датчика дождя, у них эта пауза регулируется в режиме, в первом режиме, который работает здесь авто, а там с паузой. Вот этой вот штучкой регулируется, включается, выключается задний дворник на пятой двери, на багажнике. Ну и, соответственно, чтобы побрызгать на заднее стекло и включить дворник. Вот. Сюда переходим. У нас 0, это все выключено по освещению. Габариты, ближний свет. Ну и у кого есть, в принципе, в автоматическом режиме машина сама определяет по датчику света, что нужно включить фары или не нужно включить фары. При включенном ближнем свете можно включить противотуманные фары. Это загорается на панельке у нас вот так и горят противотуманки. Если мы делаем вот так коротко, раз и все, она обратно возвращается, мы добавляем еще противотуманный задний фонарь, то есть в тумане так, чтобы было видно, что там сзади, ну, то есть сзади идущей машине в тумане вас дальше было видно. Еще раз делаем, противотуманный задний фонарь выключается. Вниз опускаем, выключаются противотуманки. В принципе, ну вот, по стеклоподъемникам, в принципе, все элементарно, как и на обычных машинах. Левый, правый, левый, задний, правый, задний. Закрыть, открыть. Эта кнопочка, если мы ее нажимаем, то мы блокируем задние стеклоподъемники, они перестают, задние и пассажирские. Водительский при этом остается работать. То есть мы ее отблокировали и боковые зеркала, стекла начинают работать. Боковое пассажирское, переднее и заднее. В принципе, по основным вот все. Дальше отдельными роликами, ну, уже более подробно, как загружать музыку там на жесткий диск, как подключать Bluetooth, ну и так далее. По Bluetooth я имею в виду телефон, громкую связь, это, я думаю, отдельные ролики буду снимать уже. Как-то так.